Всем привет! Сегодня у меня для вас видео с моими покупочками из магазина Fix Price. Сразу хочу сказать, что товаров у меня не так много, и также не все у меня дожили до этого видео, потому что их уже употребили, но все равно смогу вам что-то показать, поэтому давайте уже приступим, и я вам покажу все более подробно. Первая покупочка, с которой мне хочется начать, это туалетная бумага, фамилия Трио. Я ее покупаю при каждом походе в магазин Fix Price. Она мне нравится тем, что она трехслойная. Также она очень похожа на Зеву Плюс. Она мягкая, плотная, при этом она не дерюга, как бы не царапает. Она на самом деле мягкая, хорошая. В упаковке 12 рулонов, и Fix Price на нее самая выгодная цена — 149 рублей. В других магазинах цена намного выше, поэтому я каждый раз, когда иду в Fix Price, беру эту бумагу, иногда даже про запас. Бывает такое, что я не всегда могу попасть в Fix Price, а бумага как бы расходуется ежедневно. Поэтому всегда ее покупаю при каждом походе в магазин. Также мне ее бывает заказывают, чтобы я ее привезла. Следующая покупочка — это были чипсы. Данные чипсы в Fix Price я увидела первый раз и решила купить их на пробу. Тем более цена у них была супер бюджетная. 18,50 за один пакетик. У меня здесь сметана, лук и вкус 4 сыра. Также массы нет, а 90 грамм. Мне кажется, это супер бюджетная находочка. Также очень-очень вкусно, если вы, конечно же, любите чипсы или что-то подобное. Сметану и лук мы уже съели, поэтому я не смогу вам показать их, но покажу, по примеру, 4 сыра, как бы у них одинаковая форма, единственное, что различается только вкус и немножечко внешний вид, так как у сметаны и лука также еще имелась небольшая такая посыпка якобы зелени сушеной, а 4 сыра, она вот такая вот, без всякой посыпки. Если ее разломать, она внутри просто пустая, как бы вот, и все, больше ничего там нет. И в чем плюс данных чипс, это то, что внутри они все были целые. Это вот только я сейчас раскрошила при вас и осколочки положила обратно, потому что пока мне не хочется кушать эти чипсы, поэтому я все это положила обратно. А так в обоих пакетах чипсы были целые, вкусные, здесь довольно-таки много. Они ничем не отличаются от других чипс, как бы по вкусу, можно сказать, такие же, хорошие. Единственное, что цена у них бюджетная и форма необычная. Как тут пишут, 5D, хруст до последней крошки. Также в магазине данные чипсы были с другим вкусом, но я взяла пока 2, решила попробовать. Боялась, что вдруг нам вообще не понравится, но нам очень даже зашло. И, возможно, в следующий раз я приобрету их еще раз. Я не особо большой любитель всякой такой бяки, химии, но иногда очень хочется. Бывает такое, что беру про запас, у нас это долгое время лежит в шкафу, до того момента, пока не захочется чего-то подобного. Второй продукт, который я там купила, как бы больше я продуктов там не покупала в этот раз. Здесь у меня конфеты, ликерная коллекция со вкусом Малибу. Я как-то до этого брала подобные конфеты. По-моему, у меня тогда был вкус Амаретто вроде. Или что-то подобное. Мне они тогда очень понравились. Я говорила, что при следующем походе в Fix Price, если они будут в наличии, я обязательно куплю с другим вкусом и попробую. Долгое время я их у нас не видела. Их либо раскупали, либо не привозили. В этот раз зашла, увидела вот такие вот и решила попробовать. Конфетки вкусные, мне понравились, сладенькие. Внутри у них белая начинка. Не буду сейчас разламывать, они сладенькие. Стоил пакет 55 рублей, в пакете 200 грамм. Я не скажу, что это супер бюджетно, но у них довольно-таки неплохой шоколад. Очень похож на натуральный, что, конечно, вряд ли он такой растительный, но тает во рту очень-очень быстро. И да, внутри уже у нас тоже осталось не так много, так как мы эти конфетки уже, вероятно, поели. Я оставила буквально пару конфет, чтобы показать вам. Далее, следующая моя покупочка — это набор разноцветных мелков для рисования. Здесь у меня 16 штук. Дети у меня мелками пользуются регулярно, им очень нравится. Они рисуют как на улице, так и дома. У нас есть меловая доска, и дети часто ею пользуются, часто рисуют на ней, иногда даже не только на ней, еще и на стенах, но тем не менее, так как они любят очень этим заниматься, я решила для них приобрести вот такой вот наборчик, так как в Fix Price на него самая выгодная цена. Стоил данный набор вроде 77 рублей. Не могу сказать точно, потому что я оплачивала карты, у меня еще была скидка, поэтому цены немножко в моем чеке различаются. Но
вроде как была 77 рублей. Внутри вот такие вот цвета. Не буду я сейчас открывать, показывать поближе. Хотя, в принципе, можно и открыть. Как бы все равно начнем этим пользоваться. Я не в первый раз покупаю мел в фикс-прайсе. Это уже, наверное, четвертое ведро или третье. И все предыдущие мы израсходовали. Мел, не скажу, что прям супер-пупер мягкий, но он не сильно такой твердый, чтобы приходилось сильно нажимать, давить. Ну, средней жесткости. Цвет не самый насыщенный, но в этом даже плюс, так как если нарисовали где-либо, все это легко смыть водой. И да, когда я покупала данный мел в фикс-прайсе, я специально посмотрела несколько других ведер. Хотелось узнать, есть ли другие цвета мела. Думала, если есть, то куплю сразу два ведра. Но все ведра были с одной цветовой гаммой и с одинаковым количеством. Возможно, это зависит от партии, а возможно, у них просто нет больше разновидностей. И переходим уже к концу. У меня напоследок осталось три косметических продукта. Здесь у меня жидкое мыло Tropical, объем 1250 мл, манго и папайя, Creamy Liquid Soap. Вот такой вот пакет, огромный. Покупала его для того, чтобы использовать как жидкое мыло, как оно и есть. Очень интересно узнать, какой там аромат. Аромат очень приятный, сладенький, на самом деле очень напоминает папайю, манго, что-то такое. Попробую, попользуюсь, надеюсь, хорошо все это мылится и не такое жидкое, потому что я как-то покупала в фикс-прайсе жидкое мыло, и мне жутко не понравилось тем, что оно до такой степени жидкое, что оно не мылит руки. Я данное мыло всегда переливаю в дозатор, и мне приходилось нажимать по 2-3 раза помпу для того, чтобы хоть как-то пытаться отмыть свои руки. Надеюсь, это не такое. И да, все косметические продукты, которые я вам покажу, каждая единица стоила 55 рублей. Второй косметический продукт, это у меня детское мыло, карамелька Кэнди. Написано New Happy Childhood. Объем здесь уже 1 литр, стоил также 55 рублей. Единственное, объемчик чуть поменьше. И также давайте проверим, какое данное жидкое мыло по аромату. Аромат у данного детского мыла очень приятный, но я бы не сказала, что пахнет прям карамельками, чем-то таким сладеньким. Нет, мне больше этот аромат напоминает сок, фруктовый сад, как бы мультифрукт. Больше вот такой вот фруктовый аромат, чем именно карамели, чего-то такого ванильного, сладкого. Я немножко ждала другой аромат от данного мыла, так как я подумала, что он будет похож на шампунь детский «Карапуз». Вот тот тоже с карамелью, но у того прям насыщенный карамельный аромат на самом деле, а здесь больше похоже на мультифрукт. И последний косметический продукт, это точно такое же детское мыло, тоже объем 1 литр, также стоило 55 рублей, и единственная разница, у него другой аромат, малина и ежевика. Давайте тоже проверим, как данное детское мыло по аромату. Надеюсь, в данном случае нас не обманули. Я не знаю, может быть, мне так кажется, но что-то мне подсказывает, что у них ароматы очень похожи или они прям одинаковые. По крайней мере, я вообще не заметила разницы. Честно, вообще не заметила разницы. Мне показалось, что здесь, что тут один и тот же аромат. Возможно, они отличаются, но прям совсем на маленечко, на чуть-чуть. И поэтому я просто не различила. Если открыть оба пакета и нюхать как бы одновременно, я думаю, ароматы все-таки должны отличаться. Но тоже такой сладкий, малиновый, фруктовый, такой ягодный аромат. В принципе, все, что сказала для этого, можно сказать и про это мыло. Тут еще также написано на обоих пакетах, что содержит экстракт ромашки, не содержит красителей, содержит натуральные компоненты и для детей. Ну, я его не буду использовать для детей. Я его брала так же, как жидкое мыло для рук. Как бы использовать на кухне, в ванной. Дети, конечно, тоже будут мыть данным мылом руки, но я его брала не специально чисто для детского использования, как бы для общего использования. Думаю, потратится довольно-таки быстро. На этом у меня все. Вот такое коротенькое видео у меня было сегодня для вас. Надеюсь, вам понравилось со мной. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Также, если у вас есть для меня какие-то рекомендации, или вам нравится какой-то товар, который продают в фикс-прайсе, вы бы очень хотели, чтобы я тоже попробовала, тоже пишите мне об этом. Я с удовольствием тоже куплю, попробую, потестирую. Возможно, мне тоже понравится. Спасибо за внимание. Всех целую. Пока-пока!